Но, конечно, это не зарядье. Современный русский пейзаж. К сожалению, архитектура портит природу, а природа не всегда способна спасти такое убожество. Вот, а это, как ни странно, парк. Давайте оценим благоустройство за 16 миллионов рублей, которое было сделано вроде как по программе комфортного общественного пространства, точнее, комфортная среда. Но, знаете, в России есть проблема, что чиновники не умеют организовывать процесс. То есть вот проектный подход никто не применяет, просто делают, в общем, по самому простому пути. Поэтому все хотят получить Крымскую набережную или зарядье, а в итоге получается проект, где качество оценивается только по количеству скамеек, урн, ну и, может, кубометрам бетона. Ну что, вот вам хотелось бы здесь посидеть, отдохнуть, пригласить девушку на свидание? Или побыстрее пройти это место? О, там какой-то водоем даже есть, точнее лужа. Потому что, когда начали все это делать, выяснилось, что здесь очень большие проблемы с дренажом. Потому что в какой-то момент часть парка отдали под торговый комплекс, который там вот сзади, который должен был сделать дренаж. Он вроде как сделал, но никто не проверил. А когда начали делать уже парк, выяснилось, что все очень-очень плохо. Ну, в общем, это, конечно же, провал. Про качество как-то даже не хотелось заикаться, но, знаете, вот всему этому меньше года. И смотрите, уже бордюр отваливается. Просто все сделано крайне неровно. То есть, мало того, что сам парк убогий по себе получился, так еще и налажали с реализацией. Здесь, видимо, должны были быть альпийские горочки, но получилась просто гора земли. По традиции, строители полностью разровняли площадку и убрали весь рельеф, но, к счастью, они забыли убрать строительный мусор и землю. И поэтому здесь образовался такой вот барьер, который успел зарасти. И в целом это смотрится так вот очень интересно и вносит разнообразие в пейзаж. Но, конечно, это не зарядье, как говорится. Ну и еще раз о качестве, что вот смотрите, вообще все очень-очень плохо. Нету освещения, нету нормальной разуклонки, просто не смогли за собой убрать или уложить ровно. И, конечно, все это нужно будет переделывать, и по-хорошему подрядчику не стоило платить за такую приемку. И как федерация даст в этом году денег городу, очень большой вопрос. Я бы на месте правительства просто отказал городу в финансировании, потому что они ничего не умеют организовывать и делать по-нормальному. Хотя бы сделали такую вот скейт-площадку, и, как видно, местные уже оценили. Но вот, опять же, говоря о качестве, смотрите, но разуклонку просто никто не сделал. И поэтому после каждого дождя здесь огромные лужи. И все это нужно будет переделывать, и, скорее всего, когда это будут делать, сломают скейт-площадку, потом придется закупать новую. И, в общем, тот случай, когда скупой платит дважды. Ни один российский парк не обходится без такой вот круглой площади в центре. Потому что проектировщики больше думают о том, как их проект будет выглядеть на бумаге, чем о том, как люди будут пользоваться местом. Ну и, как видно, люди-то особо и не пользуются, не сидят, не ходят почему-то кругами. Важный вопрос к администрации Новгорода. Где уточки? Пруд вижу, уточек нет. Видимо, кто-то случайно зашел вот в это вот болото, и потом пришлось чистить обувь, и, к сожалению, мусорка не выдержала. Чиновники очень любят детей, поэтому в любой непонятной ситуации ставят детские площадки. Но, к сожалению, они понятия не имеют, что нужно детям и как вообще должна выглядеть современная детская площадка, как она должна знакомить детей с окружающим миром и развивать их. Поэтому они берут каталог Ксила и выбирают просто с башенками что-то и цветов поярче, чтобы было. Есть проблема, то что краска не решает проблемы. И чем ярче, тем даже хуже для ребенка. Просто, на самом деле, детская площадка должна быть естественной, цветов, знакомить человека максимально с окружающим миром, то есть быть из естественных материалов. Но так как у производителя элементарно нету детских психологов или дизайнеров, то они клепают вот такое унылое дерьмо. Здесь сейчас много детей, и, в принципе, это объяснимо, потому что, как ни странно, даже такая вот детская площадка, она лучше того, что стоит во дворах. Как у всего парка, качество, конечно, здесь ужасное. Видимо, резиновое покрытие, видимо, стали делать в последний момент, не продумали никак состыковки, и вот просто часть объектов никак не прикрыта. И это, конечно, ужас. Ну и сама резиновая плитка, она уже ходит и люфтит, и, в принципе, никак не закреплена, то есть, скорее всего, скоро она будет раскидана по всему парку. Майк! Я чую!
кстати, это тоже часть парка.